Очень простой способ приготовить вкусный обед, завтрак или ужин из баклажана одного. Все овощи, фрукты надо мыть с мылом. Ну, все, не все, но баклажан, да. Ставлю сковородку на огонь, побольше сковородку. Масло растительное, подсолнечное. Ставлю маленький огонь, пусть потихоньку греется, пока я буду резать баклажан. Кожуру я счищать не буду, она будет вкусная, хрустящая. Режу так себе тоненько. Теперь выкладываю вручную по одному красиво. Огонь чуть-чуть побольше. Ну, весь баклажан не поместился на эту сковородку. Придется в два захода. Когда по звуку будет слышно, что уже трещит активно, я сделаю огонь опять минимальный. Вот уже сковородка издает активные звуки. Можно сделать огонь поменьше и повернуть ее. Потому что у меня плита имеет немножко наклон. Я ее повернул, чтобы масло равномерно там разлилось. Так пару минут постоит. А потом я буду переворачивать каждый кружочек. Ну, постояла она минутку на медленном огне. Теперь можно даже его выключить, чтобы не брызгало мне в лицо. Стрелять начинает. Пусть успокоится, я сниму крышку и начну переворачивать. Медленный огонь, добавлю еще масло.
чуть-чуть прибавлю. То есть обжариваю его с одной стороны, их кружочки обжариваю с одной стороны, потом с другой стороны, а потом буду снимать. Не снимайте. Все, я выключил, сейчас буду снимать. Зачем снимаешь? Зачем снимаешь? Зачем? Не снимайте. Не снимайте. Вот я их собрал сверху, масло потихоньку стекает вниз. Можно и отжать немного. В объеме уменьшились. Ну и все. Единственный продукт — баклажаны плюс масло. И это все блюдо. Причем оно очень интересное на вкус, сладковатое и шкурка хрустящая. Жуется легко. На этом все.